Следующий вопрос. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как вы уже упоминали в предыдущих эпизодах, разговлял с финиками. И поэтому всем рекомендуется разговляться с финиками. Не могли бы рассказать о пользе фиников с точки зрения медицины? Финики – это очень здоровая пища. В них высокое содержание углеводов от 40 до 80%. В них практически нет жиров от 0,2 до 0,5%. Они содержат около 15 разных минеральных веществ и солей, около 6 разных витаминов, белковый состав от 2,3 до 5,6%. Высокое содержание клетчатки от 6,4 до 11,5%. Все зависит от разновидности фиников. А поскольку в них высокое содержание углеводов, то они являются отличным источником энергии. Как только вы покушаете финик, он тут же прибавит вам сил. Финики намного эффективнее даже порошковой глюкозы. Они мгновенно дают энергию. Человек может месяцами жить на одних финиках и воде. Мы знаем, что в доме нашего пророка, алейхиссаляту вассалям, иногда целыми неделями не было еды. И ему приходилось жить на одной воде и финиках, а иногда на финиках и верблюжьем молоке. Поэтому финики представляют собой здоровую еду. От содержания жира вы не прибавите в весе. В финиках его практически нет. Следовательно, если вы следите за своим весом, то вам ничего не грозит. Если говорить о минеральных веществах, то их в финиках около 15. В них даже содержится фтор, который предупреждает разрушение зубов. В них есть селен, который борется со злокачественными образованиями и поднимает иммунитет организма. Финики содержат около 6 разных витаминов, хоть и не в больших количествах. Сюда входят витамин С, витамин Е, витамин В1, витамин В2, ниацин и витамин А. В финиках есть белки, содержащие 23 разных аминокислот. В плодах финика есть аминокислоты, которых нет в других распространенных фруктах, таких как яблоки, апельсины, бананы, но они есть в финиках. Финики имеют высокое содержание клетчатки, что очень помогает пищеварению. Покушайте финик, и у вас все переварится. Финики могут помочь при запорах, тем самым прочистив систему. Финики обладают множеством разных полезных качеств, они являются здоровой пищей, и альхамдулилля, если вы заметили, за последние 40 лет производство фиников увеличилось в почти 3 раза, в то время как население мира удвоилось. Количество фиников намного превышает количество людей на планете. Это здоровая пища, которая тут же дает вам энергию. Рамадан, Рамадан, Рамадан.